Замена инженерных сетей в доме номер 4 по проспекту 60 лет октября – важное событие для жителей. Дом построен в 60-х годах, и несложно понять, что инженерные коммуникации за такое время пришли в негодность. Проверить качество выполненных работ по замене сетей приехал глава округа Сергей Горелов. Сегодня мы посмотрели замену инженерных сетей на домах 1 и 4 по улице 60 лет октября. Довольно неплохо работает компания, я был в подвале, посмотрел. Но, правда, есть отдельные нарекания жителей, которые связаны с работами внутри квартир. Конечно же, необходима компания, которая осуществляет замену сетей, более детально подходить к проработке вопроса проведения работ непосредственно в квартирах. Еще один адрес. В том же микрорайоне только проблема, тут другая. Долгое время существовали неполадки с лифтовым оборудованием. В итоге было принято решение лифты заменить. У нас раньше было очень много обращений жителей по работе лифтового оборудования по улице Неделин, дома 23-24. Как и обещали, в прошлом году это лифтовое оборудование поступило, и после новогодних праздников компания приступила к их установке. Вот буквально сейчас заходили в подъезд и увидели, что меняют лифтовое оборудование в легковом лифте, а грузовой лифт, несмотря на то, что все лампочки вроде бы горят и светятся, не приезжает на первый этаж. Это очень нездорово. Пообщался с жителями, говорят, что бывает до 2-3 раз в день лифтовое оборудование встает. Глава дал поручение отрегулировать работу оборудования в кратчайшие сроки. Установленные лифты изготавливаются в России с российскими комплектующими. Завод по производству находится в Щербинке. И поэтому, если возникнет необходимость, любую деталь привезут в кратчайшие сроки. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.